В 11.02 вчера поступило сообщение на линию 101 о возгорании балкона второго этажа в здании на улице Бунина, угол Александровский. Далее огонь это поднялся выше и дошел до перекрытия. То есть огонь расходился достаточно быстро, так как само здание 1914 года и все перекрытия в здании деревянные. Общая площадь этого пожара составила порядка 700 метров. На сегодняшний день, на данный момент, мы ждем информацию от ДСНС о том, что же вызвало этот пожар и где был очаг возгорания. Четкой информации пока еще у нас нет. В этом доме было зарегистрировано 38 человек, это по факту жили 54 жителя и 41 счет лицевой. Всех жителей мы днем во время тушения пожара разместили в кафе «Бабл» на Греческой 1. Отдельное спасибо руководителям и собственникам этого заведения, которые дали нам такую возможность. Также хотелось это сказать, отдельное спасибо бизнесу и волонтерам, которые нам также вчера помогали. И уже вечером 20 человек и одну собаку мы разместили в детском лагере «Мечта». Сейчас на данный момент ждем информацию, опять-таки повторюсь, от ДСНС. После того, как они дадут возможность нам попасть в это здание, сделать экспертизу, дать оценку, то мы уже сможем говорить об алгоритме наших действий в дальнейшем. Также хотелось бы отметить, что в тушении этого пожара было задействовано порядка 18 единиц этой техники, в том числе участвовала и эта коммунальная техника. Вот. И сам этот пожар, по информации ДСНС, был локализован к часу дня.